очень модный термин цифровизация бизнеса, цифровая трансформация и так далее. Да? Ну, вот, что это такое, с чем его едят? Ну, поскольку да, мы не со всеми, естественно, знакомы, я вкратце представлюсь. Меня зовут Данил, я, в общем, сначала в IT, а потом уже там в различных организационных проектах, портфелях, когда из IT это все очень часто вырастает уже в сумме лет 30, именно конкретно в организационной части где-то, наверное, лет больше 10 точно. Вот. Чем занимался, это, ну, кстати, то, что называется цифровизацией бизнеса, здесь специалисты, просто так тогда не называлось. Да, вот кто сейчас? Один человек в классе, остальные все онлайн. Да, вот. Но это семинар, ладно, если кто занимался, так на этой основе самые разные формы обучения идут. Вот, занимаюсь там с партнером, выводим цифровые продукты на рынок, вот, стартапы, менторим, ну, в общем, вот так. Что такое цифровизация? Что такое вообще цифровизация? Давайте попробуем начать с этого. Ну, собственно, это и есть наша основная тема и задача, да. Понять, что такое цифровизация, с чем ее едят. Да, вот. Безбумажно, глобально, цифровая трансформация, там все-все-все-все-все. Правильные слова. Что таковой трансформацией или организационным изменением считать можно, а что таковым организационным изменением, как цифровая трансформация, считать нельзя. Ответ на самом деле достаточно простой. То трансформация организационным изменением можно считать те преобразования, когда новые технологии, не обязательно, кстати, IT просто как-то звучит чаще, но это не обязательно IT, меняет бизнес. Да, IT меняет бизнес. Ну вот, что я на этой слайде там пытаюсь показать. Два варианта, да? Два варианта цифровизации. Это первая картинка, это то, что предлагают сейчас онлайн-магазины, ну, там, в частности, тот же Alibaba. Вот, он же AliExpress там и так далее. Виртуальная примерка. Известная проблема любых покупок где-то в онлайне пришло, а потом как-то смотрится не так хорошо, как казалось на всяких рекламных картинках. Вот пример цифровой технологии. Ты можешь примерить на себя и, в общем, быть достаточно уверен, что тебе это подойдет. Это действительно вот некая такая визуальная технология, 3D-модель человека. Меняет это бизнес? Да, меняет, потому что создает абсолютно новую услугу, потому что позволяет снизить издержки от возвратов, повысить удовлетворенность заказчиков и так далее. Я, когда вот это вижу, всегда вспоминаю свой первый коммерческий, ну, теперь это можно говорить, проект, когда мы таких слов, в общем, не знали. Первый коммерческий заказ, когда вот буквально в таких выражениях, еще мы там заканчивали 5-й курс института, общались с обувным производством, нам сказал, ну, можете писать, кто такой там начальник обувного производства, он свое дело знает, а тогда там начало 90-х, кто там что в компьютерных этих понимал, он сказал, вот у меня есть журнал МОД, я хочу его куда-нибудь засунуть, и чтобы мне откуда-нибудь выходили готовые выкройки. Ну, мы его почти это сделали. Совсем уж, чтобы засунуть куда-то журнал МОД, тогда технологии не позволяли, сейчас, кстати, уже давно позволяют. Поэтому перенос профилей вот этих всех, значит, сапог дамских, обуви там и прочее, это, конечно, приходилось делать в таком полуручном режиме, а вот то, что потом на выходе выкройки были нужных размеров и все прочее, и по ним как по лекалам делать, мы это сделали. Это еще был 92-й год. Никаких слов цифровизация тогда не было, но по сути это тоже была цифровая трансформация бизнеса. Одно дело, да, там раньше сидели кто-то, какие-то там эти дядечки такие специфического вида и вырезали что-то из там на картоне и так далее. Вот. А другое дело
Теперь такие дядечки не нужны, они это стали делать, значит, где-то там на компьютере. Вот, а потом действительно один раз сделать, тебе там вся линейка размеров, уже выкройки, уже все готово, это колоссальная там экономия. Но в конце концов, это просто было, ну, модно. И вот сейчас уже даже там крупные агентства, они пытаются выстроить, ну, вот такую, как бы, цепочку преобразований, да, что если вот информационная эпоха там где-то вот там с 2000 года это было нечто, когда, да, действительно, там, рядовые пользователи начали подключаться, я думаю, вы это все помните, то где-то вот последние лет 5 это уже действительно бизнес, это интернет вещей. И интернет вещей не только то, что вот бродит по анекдотам, там цифровой чайник, это сбор информации, например, с тех же датчиков различных. Ну вот кто из нас не там возмущался и испытывая там регулярные неудобства, там, ну, банально, показания там, счетчиков коммунальных всяких услуг надо передать. В принципе, сейчас эти счетчики уже начинают внедряться с функциями доступа в интернет, передачи информации, то есть это все в онлайне, это, соответственно, уже создает, по крайней мере, возможность, я пока не видел, чтобы это было реализовано, но уже, по крайней мере, создается возможность балансировки, нагрузки, вот это же в онлайне идет передача. Это удобство нам, как пользователям, не надо передавать эти показания, они есть сразу же, это минимизируется это взаимодействие, это минимизируются ошибки человеческого фактора. Вот что такое цифровизация. Ну и давайте ей дадим в итоге некое такое определение, да, что это не технология, не продукт, тоже термины модные, там сейчас продуктовое управление и так далее, но это не продукт, это именно подход или способ, можно сказать другими словами, как использовать цифровые ресурсы для того, чтобы преобразовать работу организации. Как можно преобразовать работу организации? Есть два основных подхода. Есть два основных подхода, которые относятся как раз к понятию, цифровизации. Первый – это изменение способа ведения текущего бизнеса. Ну, вот, что часто приводят в качестве примера. Раньше компания выпускала, не знаю, фильмы на DVD, теперь распространяет стрим-сервисы. В принципе, бизнес тот же самый. Это донесение видеоконтента, но средствами другими. Да что там далеко ходить за примерами? Вот то, что я говорил, там вот сделано было, и сейчас вот идет уже там третья волна, допустим, здесь специалисты. Бизнес-то тот же самый. Это обучение профессиональное, краткосрочное, бизнес тот же самый, но вот я сейчас вывел, кто коллеги там в онлайне. Вы же не приезжаете уже сюда, и это уже касается не только семинаров, и давно касается обычного вот такого обучения. То есть вот это элемент как раз цифровой трансформации. Это одна составляющая цифровой трансформации. Вторая – это более, ну, скажем так, радикальная. Это как, когда уже идет трансформация вообще работы компании, переход ее вообще в другую область благодаря каким-то открывшимся новым технологиям. Ну, здесь всегда любят приводить примеры. Наверное, пока действительно лучше примера и не возникло, это Nokia. Я, кстати, на курсе, вот, ну, который уже все-таки не семинар, а такой полноценный курс по оргизменениям, я чуть позже там о нем скажу. Всегда этот пример привожу. Nokia, если вот кто помнит, очень известный, ну как, помнить-то мы не можем, тогда еще не то, что мы, а там бабушки, дедушки даже не родились. Но с чего Nokia, кто слышал, начинала свой бизнес? Пыжи для всяких там охотничьих ружей. Потом из пыжей там резина, галоши. Потом одна технологическая трансформация, из галош стали делать, ну, не из галош, а на базе производства галош, шины. А вот шинами Nokia, я думаю, пользуются довольно многие. Это же Nokia, Nokia. А вот цифровизация совершенно пошла же у них другая, даже не одна, а две ветки. Ну, одну убили, смартфонный их бизнес, а вторая, в общем, продолжает жить и здравствовать. Это колоссальный бизнес телеком-оборудования, телеком-софта.
но киевского, который вот он появился, он живет, он здравствует, он очень хорошо себя чувствует, создает как раз полный цикл добавленной стоимости. То есть вот, ну, это классический, потому что если вы на этом слайде увидите, это классический, понятно, элемент бизнес-анализа, выход, как будет меняться жизненный цикл продукта, какие создадутся, будут создаваться новые продукты, это все требует бизнес-анализа, ну, это, собственно, как раз все то, что мы обсуждаем на курсе. Как это повлияет на внутренние процессы, как это повлияет на корпоративную культуру, равно как и наоборот. Мы немножко тоже на эту модную тему сегодня поговорим, помянем. А позволит ли корпоративная культура вообще внедрить эти изменения? Потому что что значит вот такой человеческий аспект цифровой трансформации? Организационная, функциональная модель. Это распространение широкое данных. Ну вот еще один модный сейчас термин, там большие данные. Что такое большие данные? Большие данные – это тоже не количественная характеристика, а способы обработки информации. А для того, чтобы из вот этих способов обработки можно было извлечь какую-то пользу, данные должны собираться со всех аспектов деятельности. И от продажников, и от производственников, и от каких-то функциональных менеджеров и так далее. Они захотят эти данные отдавать. Будет ли руководство компании достаточное желание, воли и в конечном итоге возможности, чтобы добиться того, чтобы вот эти все данные, они, ну, скажем так, сливались вот в эту одну общую какую-то систему, где их можно уже будет анализировать, делать какие-то прогнозы, прогнозы развития продуктов, формировать новые продукты. Я опять же, ну, поскольку мы сейчас специалисты, все с вами в данный момент, очно ли, виртуально ли, ведь вот те виртуальные продукты обучающие, которые предлагает специалист, они частично формировались на основе как раз анализа больших данных, то есть на что есть спрос, на что есть возможности, какие есть технологические возможности, ограничения, риски, то есть как вот некую такую модель построить, сказать, о, вот здесь пересечение есть, мы это можем предложить. Вот я не знаю, если кто-то занимался, может быть, в формате, например, очно-заочного обучения. Вот эта модель, она же примерно так и была построена на самом деле. Организационная модель это позволила. Кросс-функциональность, обмен данными, воля в конечном итоге руководства реализовать. Но просто сам по себе переход, а давайте сделаем цифровой, он, в общем, мало шансов имеет увенчаться, скажем так, успех. Есть такой принцип, достаточно тоже широко распространен управленческий, называется управление, ведомое вопросами, да, то есть, ну, как задать некую цепочку вопросов, да, и постепенно вот так раскрутить и, в общем-то, понять, куда мы приходим. Вот как раз такой перечень вопросов, он, кстати говоря, не только для цифровых, он там, в IT-бизнесе, знаете, это вообще типовой набор. Кто заказчик услуги? Ведь что такое цифровизация? Это не продукт, но создание цифрового профиля компании, это само по себе может стать услугой для компании. Кто заказчик? Это владельцы, это отдельные подразделения, которые, допустим, видят в этом свои новые возможности, например, автоматизировать производство, уменьшить зависимость от человеческого фактора, улучшить доставку. Вот смотрите, как пример, допустим, который сейчас очень, ну не пример, а целый такой тренд примеров, которые очень активно обсуждаются сейчас там на различных ресурсах профессиональных сетей, что ритейл очень активно уходит куда? В онлайн, что вплоть до того, что сокращают площади. То есть, если одно время была тенденция, да, магазин у дома, сейчас как бы магазины возле каждого дома есть, и крупный ритейл начинает уходить уже куда? В онлайн. Можно сделать заказы, удобство доставки там, и так далее, и так далее. То есть, что будет ценным результатом для заказчика? Ну, вот, например, снижение издержек, увеличение лояльности покупателей, увеличение среднего чека. Тоже что? В чем будет заключаться содействие цифровых технологий? Ну, давайте так, честно. Мы все, конечно, считаем себя рациональными людьми, но
когда вот мы сидим, выбираем на сайте, это все немножко виртуально, вот корзину заказа где-то вот можно, она будет больше. Для продавца, для ритейла это будет просто банально более выгодно. Но да, это влечет за собой определенные риски. Будет ли заказ потом оплачен? Какие могут быть ошибки? Ну и в конечном итоге, сколько это будет стоить? Вот, собственно, связка. Аналитика. Ответить на основные вопросы, понять, позволяет ли организационная, управленческая, функциональная модель построить вот такую систему, ну и, собственно, сделать в итоге вывод. А нужна ли эта трансформация? Нужны ли эти новшества? Вот как раз да, скажу такую крамольную мысль, чтобы немножко общую эйфорию, скажем так, разбавить. Потому что не всегда нужна. Вот мы когда с коллегами часто достаточно обсуждаем, это очень часто бывает такое, да нет, не всегда это нужно. В конкретных каких-то текущих условиях цифровая трансформация не факт, что даст какой-то хороший ожидаемый эффект. Поэтому нужно понять, во-первых, что она собой может представлять. То есть это тот же рынок, те же клиенты, но другой способ создания или другой способ доставки продукта, который даст там, экономию или просто поднимет имидж компании. Либо же это вообще мы уходим на другой рынок, на другие продукты. А в силу ну, быстрых технологических таких изменений здесь действительно иногда вот такая адаптация бывает вынужденной, иногда, ну, как-то говорится, нативной. Ну, начнем, давайте, может быть, с вынужденной. Ну, действительно, вот на примере пусть того же обучения, пусть того же ритейла, достаточно большого количества областей, продажи билетов. Кто когда последний раз был в билетных кассах, не знаю. Авиа, ЖД. Если это не, компании бы это не поддерживали, даже на таких, в общем, достаточно монополизированных рынках. Вот эта нижняя часть. Стагнация, болото, деградация. То есть это вынужденная адаптация. Люди уже к этому привыкли, потребитель к этому привык. А есть лидерство, то есть это постепенное развитие, совмещение, выведение. Кстати, я буквально совсем недавно, чуть ли вот там не на выходных, с большим удивлением для себя прочитал такую информацию. Ну, что такое Netflix, я думаю, в общем, многие из вас знают, может, даже многие и пользуются. В общем, Netflix не пользуетесь, нет? Вот, стриминговый сервис, кино, видео, ну, как в России, там, IVI, да? Вот, я не знаю, как у IVI, а я прочитал как раз про Netflix. Оказывается, вот про них весь мир думает, передовая компания. Они там гордятся тем, что они выпускают до 10 релизов в день, адаптируясь к новым запросам пользователей. Все чудесно. Что у них на втором месте по выручке, какое направление? Продажа тех же DVD-дисков. То есть это вот при всей такой, казалось бы, эволюционности компании, а они все равно на самом деле эволюционируют. То есть у них есть традиционный бизнес распространения DVD-дисков. Почему они нам приносят доход? Он обеспечивает какую-то устойчивость. И да, и у них есть вот то, что там хайп на волне, там, стриминг, все, что да, безусловно, сейчас уже приносит абсолютно несопоставимо большие доходы, но это эволюционно. То есть все равно есть элемент такой балансировки. Да? И вот такая организационная гибкость, вот о чем мы, собственно, как раз на нашем этом тренинге по оргизменениям мы говорим, она может быть на разных уровнях. Это может быть операционная, то есть быстро адаптироваться в рамках текущей бизнес-модели. Это может быть портфельная, то есть это уже что-то более стратегическое, но в то же время требующее перераспределения ресурсов. Ну и, собственно, гибкость, да, абсолютно такая уже стратегическая. Это постоянный поиск новых возможностей рынка, постоянный поиск новых возможностей технологических и в том числе уже, да, изменения, вот как я и говорил, вообще в целом трансформации. Вот одна из моделей, которые сейчас существуют, создание вот этой организационной именно среды, организационной среды, для того, чтобы поддержать. Это так называемая модель гибкой среды, поддержка стратегической гибкости. Что в нее входит? Коллективное лидерство. То
То есть это предполагает трансформацию оргструктуры от более привычной, такой жестко-вертикальной, к делегированию полномочий, к совместному взятию ответственности. Но чтобы взять ответственность, нужно, чтобы была определенная, ну, как это сейчас тоже модно говорить, безопасная среда. То есть люди инициативные, люди, которые не имеют права на ошибку, а не карать за каждую ошибку. Это адаптивность. Вот не работаешь только жестко по регламенту. Есть какие-то рэперные основные точки, но внутри них каждая команда или группа имеет право подбирать свою модель работы. И вот это все и описывается вот таким общим термином «поддерживающая культура организации». Да, это довольно часто бывает болезненно, особенно если это какие-то компании, там, выросшие, и вертикальные, где высока роль исторически, например, собственника, владельца. Иногда бывает болезненно, но тут дилемма-то понятна. Либо делишься и развиваешься, либо попадаешь во все риски, которые с этим связаны. Одна точка принятия решения, высокие длительные цепочки согласования, задержки в принятии решений, ошибки индивидуального принятия решений и так далее, и так далее. Да, вот, ну, дилемма. Ну, сейчас довольно популярная модель. Я не могу, кстати говоря, сказать, что я сам лично от нее там в каком-то диком восторге. Как любые модели, тем более модели модные, она немножечко такая, скажем, специфическая, но что-то в ней есть. Да, иначе я, наверное, ее бы и не показывал. Такая типа компании по ценностям, вот как раз, причем с точки зрения именно наличия или отсутствие такой поддерживающей культуры, культуры, которая поощряет к каким-то инновациям, дает право вот это на ошибку, поощряет развитие. Вот нижний уровень – это вот борьба за выживание, так называемые. Компании, основанные на там, родственных узах, когда вот есть какой-то семейный круг, решения принимаются только там, делегирования практически нет. Но это редкие, очень распространенные, скорее, такие вот традиционные власть-сила. Ну, старый, извините уже за грубость, давно известный принцип. Я начальник, а ты, ну, не будем говорить, кто. Да? Это вот как раз риски. У этих компаний есть определенная выгода, определенные преимущества такие тактические. Это быстрое принятие решений с быстрым принятием ответственности. Я начальник, я решил. Да, это плюс. Но очень сложно с гибкостью. Очень высока цена ошибки вот этого одного человека, принимающего решение. Если он угадал, ну или есть вот интуиция, очень хорошо, а не угадал, это все сразу на всех. Так называемые оранжевые, когда как бы делегирование есть, но выстраивается внутренняя очень жесткая конкуренция. Это, кстати, хорошо для развития, внутренняя конкуренция, но тоже есть свои риски определенные. Понятно, какие, что это то, что называется внутренний каннибализм, когда ради внутренней конкуренции, внутренняя конкуренция, скажем так, начнет превалировать в какой-то момент над конкуренцией внешней. И, скажем, один бизнес-юнит будет отъедать свою долю не у рынка, у конкурента, а у конкурента другого бизнес-юнита той же компании. Но, тем не менее, да, это уже такие стимулы к развитию. Но на верхних ступенях вот этой структуры, тут, кстати, нельзя говорить в терминах «лучше-хуже», это так называемые там бирюзовые компании, основанные на очень таком горизонтальном сообществе, с глубоким уровнем делегирования, ну, вот такого рода вещи. Вот. Ну, вот так вот есть интересно. Ну, а само развитие, ну, это так буквально, может быть, пока в двух словах, здесь все на самом деле очень сейчас выстроено. Это развитие через короткие итерации. Именно потому, что цена ошибки велика, очень быстрое вот развитие, технологическое, рыночное. Если что-то вложиться куда-то в длинную, а потом цена ошибки будет большой. Немножко попробовали, работает, идем дальше, работает, идем дальше. Стоп, здесь не сработало, но мы потеряли немножко, и мы быстро можем вернуться к предыдущей точке, от нее попробовать какой-то уже другой путь развития. Опять же, неважно, технологический, организационный. Подстроили структуру компании,
не заработало, поменяли. Попробовали технологическую какую-то инновацию, не взлетело. Окей, ничего страшного, быстро вернулись назад, попробовали другую. Вот это то, что в agile культуре, почему один из аспектов, почему agile культура очень, ну, что называется, взлетела. Вот эти короткие итерации, там 2 недели, 3 недели, максимум месяц. Ну, то есть максимальная цена потерь какая-то месяц, да? Чаще даже 2 недели. Это не год, это не квартал. Ну вот, собственно, это то, что мы с вами будем разбирать, кто пойдет на курс. Ну и, естественно, поговорим о том, как вовлекать людей. Да, если это вот короткие изменения, сразу на всех распространять нет смысла, да и тяжело. Это очень, скажем так, существенное сопротивление изменениям. И поэтому тоже, это тоже такой fast-fail подход, только уже в разрезе человеческом. Начало с каких-то энтузиастов, тех, кто понимает пользу. Потом, ага, польза есть, уже можно донести до прагматиков. И только потом постепенно уже, так сказать, распространять на тех, кто вот от всяких там новинок, новшеств начинает, ну, то, что называется, отпинываться. Да, вот. Тоже такая своего рода fast-fail модель. Ну, вот я отсылался несколько раз к курсу. Мы действительно вот это подробно разбираем на курсе, на одном из курсов. Сейчас я попробую вытащить здесь, показать, так что... Эта линейка как раз, ну, формально называется управление проектами. Понятно, что проект – это уже как способ реализации изменений. Вот, собственно, курс так и называется – управление организационными изменениями, трансформация компании, преобразование бизнес-процессов. Это вот как практически все в специалисте такое, концентрированная там двухдневка, вот, или есть там по вечерам, то четырехдневка. Вот, соответственно, можете как раз вот посмотреть. Ближайший будет где-то вот в январе, то есть как раз отдохнуть и, что называется, с новыми силами. Да, вот как раз мы будем уже не за там 30-40 минут, а так вот детально говорить и о роли руководства, и о схемах мотивации, и о том, на каком уровне проводить изменения. Потому что сейчас я сказал проект, да, но проекты все-таки какие-то не самые крупные изменения. Если, например, действительно полностью какая-то цифровая трансформация, скорее уже будет либо программа проектов, либо портфель. Вот. Как раз поговорим, как проводить пилоты, вот эту вот людскую, человеческую составляющую учитывать. Ну, вот когда, да, вот как раз сразу после выходных, 14-15 января будет, так что вот имейте в виду. Ну и, собственно, все контакты, да, вот здесь как раз вот эта прямая ссылочка на курс, контакты, понятно, пожалуйста, всегда на связи. Вот. Ну и, коллеги, если есть какие-то сейчас вопросы, комментарии, что-то, может быть, кто-то хочет поделиться. Вот у нас как раз на это сейчас есть время. Пожалуйста.